Под Будапештом нас направили в Москву получать боевую технику. Это было в начале 45-го года. И здесь мы в Москве застряли до Парада Победы. Эпизоды вспоминаете. Впервые «Катюша» шла тогда без чехла. И в полном боевом комплекте заряда ракеты были на ней. И чтобы не случилось ничего, вдруг что-нибудь оторвется, она соскочит. Мы прикрутили ракеты проволокой крепко. Бомбежки были беспрерывные, весь Сталинград горел, Сарепта горела. И вот коварство немецких фашистов. Постоянные бомбежки, они только сбрасывали бомбы, но и сбрасывали пустые бачки, бочки дырявые с воздуха. И вот когда этот бачок, дырявая бочка летела в воздухе, раздавался такой визг, свист, грохот, что это действовало хуже любой сирены. Сколько раненых в битве крутой, сколько их в тесноте медсанбатов отнимали у смерти слепой. Люди в белых халатах, люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. Утверждение жизни, без войн, болезней, горьких неудач, ему поставит памятник отчизна и золотом напишет слово «врач». Какая у нас мечта у детских врачей? Ну, главное, наверное, чтобы дети не уходили из жизни, оставались с нами. Да, да. Вот пусть это... никогда не умирают дети. Конечно, это невозможно. Но если о невозможном не мечтать, то и возможное не может совершиться. Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.